перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ну что слышно, молодежь? Как дела? Как день? Алейкум салам. Чик. Ну-ка, ну-ка. По чаю все нормально. Что там? Илюха, салам. Волгоград, Дубна, Казахстан, Кыргызстан, Пришахтинск, Прихан. Что там? Рассказывайте. Я залетел тут съемки, я думаю, да, я выйду в прямой эфир. Блатосферу можно купить на блатосфере. Есть страница в Инстаграм, есть страница в интернете. Сайт целый. Нижневартовск. Ростов, привет. Че, в какой город с концертом едем? Тамбов. Съемки Дудя. Дудя вчера снимали, сейчас Бузова. Чай мы набухали, сейчас посмотрим. Киев, Саратов, Новосиб, Торонто, Караганда. Чик. Вот он. Легендарный. Отец. Отец. Русской демократии. Отец, да. Папа. Вопросы, которые есть по блатосфере, задавайте в блатосферу. Вот чай вот это еще есть. Пьем, что пьем? Фэнхуан. Фэнхуан. Хунгильдон. Мы на фэне. Где я? Я в Москве на газе в данный момент. Митя в Филадельфии. Ирфан, Памирцы, всем привет. Что еще там у вас? Каменск, свежее намечается что-нибудь? Наверное. Так и чё? По-новому сейчас выйдет архив Константы на iTunes. Там будет несколько новых треков. Наши вещи продают, ну, в смысле, Блатосфера, да, но в Казахстане есть уже. Краснодар, нет, не собираюсь. Кировоград. Помню, помню. Что там в натуре интересного? Приколите, харе смайлики слать. Привет, пиздюк, говорит. Ничего себе.
Привет, пиздюк. Так и чё тут? В Екат, по-любому, Москва, Екат, портовый Сочи. Через часок думал подъехать. Куда? Кто это вообще? Астана, салам алейкум, всем привет. Короче, я шагнул, тут особо каши не сваришь, я понял. Так, я дел поделаю лучше. Чик. Кто приедет? Куда приедет? Вообще не выкупаю. Маган, я в порядке, ты чё, алейкум, салам. Все, счастья вам всем. Чик, как вообще выйти отсюда? Опа, опа, опа. Да, твою голову. Да ты слышишь, да, чем занимаешься чай? Чаем я особо никогда не занимался, я его выпивал иногда. Мой мерч, ну, не столько мой, сколько блатосфера, он на блатосфере. Вот так вот пишется это. Либо .com, либо в Инстаграм. Вейп, вы чё гоните, какой вейп? Где вейп и где я? Жёсткий, мощный, сочный. Чё там ещё? Лёша из Питера, салам, какому? Блатоу. Полтинник под пальмами. Значит, полтинник под пальмами. Так, что слышно о посещении Челябы? Челяба молчит. Украина тоже. Казань тоже. Все хотят и все молчат. Это из серии «Хочет, но молчит». Все есть. И доставка, и отставка, и... Опа! Ага. Че? Что сделать нужно, парни? Настройка, да? Да. Макияж, плюмаж, визаж. В Кургане, помню, да, был, прилетел туда после 3 дней, температуры 40. Чё там? Да крипту мутить не моя катка, это крипта. Новый альбом Слима слышал. Мне понравился трек «Обратно в море». Считаю, что это очень сильный трек. Остальное не мое. Осетия. Салам, салам. В Украину приеду скоро. Я все никак до Тимы не доберусь, чая не заберу, брат, не обессудь. Что-то замотался. Братан. Портовый это Питер. Верхний Пыш мой, родня. Чё, чё?
Керы. Все будет нормально, конечно, ты закажи там все по чесноку, с Кравцем навряд ли. Полтава на связи, ну, братата. Что за рамсы с блатосферой? С блатосферой нет рамсов никаких. Так, что там слышно? Вчера только говорили с ним, привет, первопаша. Да, Тима, давай, приезжай, конечно, набирайте меня, я с кайфом подскочу туда, где будете. Так, когда треки новые, то что там продажи нижние? По продаже билетов в Киев. Сегодня все слышно. Нижний. А так нужно же знать, что вообще люди как-то представляют, куда надо делать. Underground Jules, what's up, my nigga? Как ты, брат? Rising and grinding. Антверпен, Омуху, брат, что там, где ты, что ты, что там Азамат, салам ему загоняй. Мой альбом самый сильный из репертуара, я не знаю, тяжело сказать, я думал «Калина красная», но потом услышал брата и брата Раку. Все хороши по-своему, но, наверное, целостные и самый такой это, да, «Калина». Нижний, как ты, Нижний, что слышно, север, подгони. Новый. Так, служил, нет, я не служил. За куфу молчишь. В смысле? Здравствуйте, привет, Серпухов. Жалко людей в Кемерово, это да. Также жалко детей в Сирии, жалко детей в других местах. Это такой очень непростой момент, и сейчас как-то углубляться. В Киев скоро. Нету Пресни больше, в смысле Пресни нету, есть Пресня. Если вы задаете какие-то вопросы, то будьте как-то более развернуты, что ли, пусть они будут, я не понимаю. Серега Колесников на связи, да, Серегу я, нет, мы общаемся. Моху. Все, Деку, все хорошо. Особистами. Это кто такие? Не знаю, кто такие особисты. Да, салют. Когда Валик, Брянск. Пимпин, big time. Пимпин, сан. Совместку хотел бы ли я с Гуфом записать? Нет, не хотел бы. Питер здесь. Пёс. Ты, в смысле, тебя в сумме треков. Я не знаю, треков я не считаю, не веду подсчет. В Нижнем, как в Париже, это факт. Здоровье, счастье, да, взаимно тем, как Митя, слава богу, все хорошо. С Каспийским не записываюсь больше, я не знаю, видимо, разные мы. Нету точек соприкосновения. Слушал мои треки, говно. Слушай, беда, что ты время потратил на говно. Сожалею, твое время зря потратил. Можешь еще пойти послушать. С Кемерово, привет, в Кемерово, привет, отдельный.
Миу-миу, Валик Серпухов, Саратов. Антишлягер будет, кстати, кое-какие треки из антишлягера в iTunes с этим вот релизом. Но ты про треки уже говорил, слышишь, пацик. Уйди из моего эфира, че ты тут это подприлип? Че у тебя на аватаре, кто там? Полная плутарха. Может, и будет где-то она лежит. Пресни Фэмили, по-моему, так и есть. Я просто никогда не состоял в Пресни Фэмили. Таллин. Кокот. Сургут. Важную роль играет дисциплина. Кутуза центр. Пломбири гири. Лаваш убили. На репите стоит рак марсианов. Дух времени в виде альбома Константы. Не знаю, тяжело сказать, то что Митя пока особо не греет музыкой. Так, веду пассажира, как мы сейчас в рот выиграем? Чик-чик-чик. Никак. Ну ничего. Так. Я в Москве. Подсловиться чайку попить. Блин, ну как это сделать? Я даже не знаю. Смезы, 1500 треков. Хабаровск. С Иза треки будут. Иза что-то не радует минусами. Смысл не подкидывает. Азаматов, саламу алейкум. Отдельный, что там? Утро доброе. Привет ему загони. Грозный, привет. Иваново. Чик-чик, чик-чирик. Паста. Нужен бенгер. В Брянске. В Челябу сразу, как только. Приезжай в Дербент на крепость. Обязательно, иншаллах. Вооруженные силы города Смоленска, вам привет отдельный. Счастья вам. Владивосток, валейкум салам. Питер. В Тулу. Минск говорит привет. Свиблова. Пресня. Серьезным ребятам привет. Хай, Валя, где ты? Я в Москве. Рядом с базой на 905-го. Что слышно? Магадану салам кидаю крепкий. Новые треки, наверное, скоро. Митя Фомин, когда первое соревнование. Братья Шимко будут на фитах, навряд ли. Коллектив Славян в Кабуле. Пломбиры гири, лаваши пири. Про Хабаровск, Шакро посадили. Хабаровск, Ашхабад. Сфоткаться всегда есть вариант. Вариант ли свидеться? Вот Гугу в Птаха, да, смотрел. Заставили посмотреть. В Питере давно был солдат. Зевс. Зачем Челяба? Давай в Тулу, Пермь, Брест. Что еще? Все, брат, давай, хорошего дня, на связи. Do your thing, bro. Have a good one.
Старик, ну, огорчило так огорчило, что я могу тебе сказать. Ты, наверное, что-то слушал раньше до этого, если тебя Калина Красная огорчила, я не понимаю. Что нужно слушать из моего репертуара и быть моим фанатом, чтобы послушать Калину Красную и сказать, что тебя огорчило. Может быть, уже просто-напросто не заходит. Вот. Мне музыка лично не заходит, я ее не слушаю. Просто-напросто повзрослел. Валейкум салам с барбитурным, да, я хотел бы сделать. Я думаю, мы сделаем. Какой рост? 1,89 м. Над чем, кроме блатосферы, работаешь? Над собой работаю. Эл, Лёлик, брат, привет, сегодня вспоминал тебя. Чё-то я пока не созрел на трек на наш. Слава богу, близкие в порядке. Ты как? Чё, Афиноген к вам приехал или чё, уже уехал? Кто по нации? Чтоб я знал, кто по нации. Какой вид спорта по душе? Даже не знаю, бокс, наверное. Дзюдо по душе мне. Когда буду в Рязани, не знаю. Лехе, ответь по поводу, как сам, что давно не слышно. Клип «Демоны», где снимал, брат? В Штатах. С Грозного, привет, привет. Еще раз я тебе говорю. Вася воскрес, привет передает, испанец, передаю привет обратно. Счастье, нагнестрел, засия, лесополоса, два веса и оса. Чё там? Чё там? Челябы. Огромное, и в Челябу тоже будет блатосфера и к лету, и к весне. Вообще мы останавливаться не собираемся. Куча прототипов, которые сейчас будут переведены в реальную жизнь. Передай привет моему 4-летнему сыну. Ну, ты хоть бы имя его сказал. Малому 4 лет, привет. Тебе счастье расти большим. Давай, приезжай, приеду. Привет с Грозного, ты же тут какой раз. Я сфоткаться. Да где угодно. Где ты и я. Одесса. Мурманск. Шакро молодой. Пом Калина. Что с таможней? С таможней все вообще нормально. Новые проекты с Ромой Жиганом. Нет, не на контакте. Здравствуйте. Так. Старик, ну, если мио-мио не по-нашенски, я не знаю, что по-вашенски. Бантики, может быть, лайтовый трек. На поездах, конечно, ездил. В купе. Киевстонером. Будет, все будет. И от блатосферы, и от константы, и от меня лично, и от басоты, и от ребят. РНД. Привет, всем привет, Астана, Садовая, Тверская, Пломбири, Гири, Лаваши, Гиви, Сибирь, Лобня, хороший городок, хорошие ребята из Лобни. В Питере давай что забомбим, что нет. Калым паруса. Пару. Па. По пару. Па. РКП. Джина.
на фитах. Но будут на старых, конечно, это старые треки. Их же оттуда мы не заберем. Книгу «Жестокий век» почитай. Баста, красавчик, капитальный. Вообще легендарный. Омогу. Дикву, все хорошо, бля. Хамдулла. Че у вас? Русламу Хакимову в Нефтекамск. Счастье. Все, короче, всем счастья. Всем салам алейкум. Спасибо, кто был, кого не было. Берегите себя. Хорошего дня. Держим кулачки за наших. В Кемерово отдельный привет. Конечно.